Здравствуйте! Сегодня у нас замечательный проигрыватель фирмы GVC, модель QL-F61. Проигрыватель выпускался в начале 80-х годов в Японии. Состояние проигрывателя близко к коллекционному, он выглядит практически как новый. Я приобрел этот проигрыватель достаточно давно, и сейчас уже не помню, какие манипуляции с ним производил. Но работает он замечательно. Полный автомат, две скорости 33 и 45, поддерживает размеры пластинок 17 и 30 сантиметров. Привод автомата приводится от основного двигателя. В проигрывателе достаточно интересно реализован стробоскоп, то есть он находится не сбоку, как у большинства, а спереди достаточно, так сказать, любопытное решение. Ну, надо сказать, что и у некоторых других моделей тоже такая система встречается. Но, как правило, классика – это он расположен в левом переднем углу. Проигрыватель снабжен звукоснимателем GVC Z1S, очень хороший звукосниматель. К сожалению, родная иголка была сломана, но я купил для него другую иголку японского производства. Скорее всего, иголка не эллиптическая, потому что этот звукосниматель оборудовался сферической иглой 0,6 мм. Предполагаю, что эта игла имеет заточку 0,5 мм, потому что в Японии иглы для старых проигрывателей в основном производились такой заточкой. У меня есть еще несколько оригинальных японских игл для других проигрывателей, и, как правило, они имеют заточку 0,5 мм. Проигрыватель оборудован знаменитым прямым приводом GVC, который они называют Double Servo Quartz Direct Drive. Если верить рекламным проспектам GVC, то этот привод значительно лучше классических кварцевых приводов. Более подробно технические характеристики для этого проигрывателя я разместил в описании к видео. Итак, какие у нас есть органы управления? Вот это вот клавиши переключения скоростей 33 и 45. Вот это вот настройка скорости вращения. Он допускает уклонение скорости плюс-минус 6%. Но это регулятор работает только тогда, когда выключен кварц. Вот здесь есть кнопочка Quartz Control. Значит, я, если честно, не очень понимаю смысл выключения кварца и вообще смысла наличия одновременно кварца и регулятора скорости для бытового проигрывателя. Клавиша выбора размера 17 и 30, клавиша повтора включения-отключения. Это клавиша пуска и остановки старт-стоп. Клавиша подъема-опускания тонарма. Сейчас мы посмотрим, как это работает. Нажмем клавишу «Пуск». У нас установлено 30 сантиметров, скорость 33. Вот тонарм сейчас начнет движение. Подошел к началу пластинки. Плавненько опустился, началось проигрывание. Если поднимем клавишу управления тонаром, тонарм поднимется. Можно поставить куда-то в другое место. Здесь запустить. И так далее. В любой момент можно нажать клавишу старт-стоп. Автоматически тонар вернется на стойку и опустится. Теперь мы посмотрим, как работает повтор и автостоп. Значит, включаем кнопку повтор. Поднимем тонарм. Сейчас мы подведем сразу к краю пластинки, чтобы долго не ждать. Туда подальше.
опустим тонарм. Сейчас вот она пойдет к краю пластинки, сработает автостоп. Отведет тонарм обратно. И теперь снова установит его на пластинку. Вот. Если мы нажмем кнопку старт-стоп, то снова сработает режим repeat, потому что клавиша осталась нажатой. В отличие от, от проигрывателей с электронным управлением, здесь надо механически отпустить повтор, и только тогда при нажатии на кнопку старт-стоп тонарм вернется на место. Как сейчас. Микролиф проигрыватель работает очень мягко. Вот сейчас мы опустим его. Вот. И нажмем кнопку поднять. Видите, очень хорошо, мягко работает микролиф. Сегодня мы будем слушать вот такую вот пластинку. Хит 67 производства фирмы Philips. Здесь собраны лучшие мелодии в исполнении оркестра Франка Купера. Пластинка выпущена в 1967 году, а значит, с момента ее выпуска прошло более 50 лет, и все фонограммы с этой грампластинки находятся в общественном достоянии на территории Российской Федерации. Ну и в заключении, как обычно, мы послушаем пластинку на этом проигрывателе. Спасибо.